В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета провели торжественную церемонию награждения призеров и победителей ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа Казанского университета» и фестиваль «Интеллектуальная весна КФУ». Это конкурс, наверное, больше сложнее, чем любой другой конкурс, потому что в номинации «Лучшая академическая группа» это большая работа именно самих студентов. Конкурс «Лучшая академическая группа» – это история про студентов, история про людей, история про членов жюри, про институты, про коллективы и, конечно, про Казанский федеральный университет. Фестиваль «Интеллектуальная весна» в этом году прошел в Казанском университете в 12-й раз. Ежегодно в нем принимают участие лучшие умы «Альма-Матер». И с каждым годом интерес к фестивалю возрастает. В рамках фестиваля в этом году прошли уже ставшие традиционными конкурсные испытания. Турнир «Что, где, когда», турнир по парламентским дебатам, конкурсы «Эрудит», «Попади в историю» и «Знаешь ли ты русский язык». В рамках этого конкурса им нужно показать и свою учебную деятельность, и научную деятельность, и общественную деятельность, отношение к университету. И, конечно, показать, то есть, свои мысли, свои проекты по разным направлениям. И поэтому получается, что здесь самая трудная задача, если в старости ты просто выходишь и представляешь сам себя, то здесь нужно представить свою команду. Это сложная, кропотливая командная работа. Мероприятие проходило в 3 тура. Победителями стали участники, набравшие наибольшее количество баллов по совокупному результату 2-го и 3-го туров конкурса. Всего на конкурс было подано более 70 заявок, а это свыше 200-500 студентов и преподавателей. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.